На площадке НИУ БелГУ прошел городской тур фестиваля «Студенческая весна». Фестиваль, на самом деле, каждый год потрясающий. Каждый коллектив по-своему уникален и самобытен, пытается показывать свои лучшие номера, что, собственно говоря, здесь и произошло. Для меня этот фестиваль особенный. Мне было очень приятно быть ведущим этого концерта. Я испытал большую гордость в объявлении наших прекрасных творческих коллективов. Одной из первых выступила солистка студии инструментальной музыки Асана Магаян. Яркие номера в оригинальном исполнении представили шоу-группа «Эксклюзив», студия инструментальной музыки, коллектив бального танца «Вдохновение», студенческий театр эстрадных миниатюр «Фабула», ансамбль классического танца «Терпсихора Алиса», группа «31 регион» и студия современного танца «Дансхаус». Завершила концерт выступление нового творческого коллектива университета «Агитбригады Лидер». Ребята рассказали об истории фестиваля и призвали зрителей не оставаться в стороне. Выступали с нашей командой «Агитбригады» и остались, конечно, в полном восторге. Очень понравились некоторые номера. Это вот как раз, когда ребята пели, и девочка-гимнастка с ее номером. Действительно, это было восхищались, мы там хлопали. И Лариса Шедловская, которая с монологом выступала. И также хотелось бы отметить «Азори здесь тихие», так как это мое любимое произведение. Ребята выступили на полном уровне вообще. Победитель определится в апреле. Лучший исполнитель или коллектив отправится на областной этап, чтобы завоевать право представлять регион на всероссийском уровне. В Туле и Москве.